Петербурге в городе начался террор. При честном народе взорван военкор. Грабить без ответки он хотел, но у статуэтки шлем слетел. Кончились внезапно тиши благодать. Подобралась НАТО, рядышком видать. Даже шведы с финнами неладно не сравнить с грузинами. Досадно, в Петербурге городе мог бы быть таксист. При любой погоде вез куда хочешь. А теперь таксист везет всю страну, а точнее она идет вся ко дну.